25 апреля в Амурске на Комсомольской площади состоялась традиционная ярмарка распродажа продукции, изготовленной в учебно-производственных мастерских техникума. Ярмарка распродажа проводится в теплые весенние дни и давно стала одним из самых посещаемых горожанами мероприятий. И каждый год мы вот проводим такую ярмарку, чтобы показать, во-первых, что мы можем, какие специальности готовятся в нашем учебном заведении и возможности мастерских, что можем изготовить в мастерских, ну и, конечно, порадовать наших горожан. На площади царила праздничная атмосфера. На сцене выступали артисты техникума с высокохудожественными номерами, собравшими большое число восторженных зрителей. Шла бойкая торговля выпечкой. Повара, мастера производственного обучения, студенты, обучающиеся по профессии повар-кондитер, подготовили для продажи кондитерские изделия 22 наименований, за которыми выросла целая очередь из любителей аппетитных, вкусных и красивых кондитерских изделий. Но в центре внимания амурчан были, как всегда, металлические и деревянные изделия, изготовленные руками ребят под руководством мастеров производственного обучения. В этом году большим спросом пользовались решетки на ванную, черенки на грабли, вилы и лопаты, швабры, деревянные скамейки, дачные печи и мангалы. По вкусу горожанам пришлись грабли, рыхлители, тяпки. Целенаправленно черенки на лопату надо нам и косу маленькую. Хорошо, ребята хорошо делают и дешевле, очень хорошо. Так что спасибо большое им. Если же вы что-то не нашли на ярмарке, то можно сделать заказ непосредственно в самом техникуме. Да, у нас имеется тетрадь заказов, они могут заполнить этот заказ, и мы в течение года, конечно, изготовим. И в течение года на протяжении всех вот учебного процесса мы можем на практике изготовить эти изделия, те, которые даже по индивидуальным чертежам. То есть то, что требуется каждому конкретно нашему горожанину. Жители города ценят продукцию техникума за надежность, хорошее качество и эстетичный вид. Всего за день приверженцы продукции техникума приобрели товаров на сумму более 130 тысяч рублей. Вырученные деньги будут истрачены на приобретение материалов и инструментов, необходимых для организации учебной практики мастерских техникума.